Указом президента России за мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, посмертно были награждены трое участников СВО. Все они уроженцы города Видное. Торжественная церемония награждения проходила в конференц-зале военного комиссариата Ленинского городского округа и Домодедово. Глава Ленинского округа Станислав Катаров выразил искренние соболезнования, а также слова поддержки и благодарности семьям погибших героев. Никакая награда, ничто не заменит нам потери. Мы все вместе с вами скорбим, и, конечно, наша задача быть с вами здесь в трудные минуты и помогать. От себя лично, от всех жителей городского округа Ленинский, хочу сказать вам огромные слова благодарности за ваших ребят. Награды вручили родственникам погибших бойцов. Ордена мужества посмертно получили Владимир Гуров и Виталий Красулин, жившие в городе Видное, и Максим Вавилов, ушедший в зону специальной военной операции из горок Ленинских. Светлая память и слава героям!